На заседании Совета по этике рассмотрели 5 вопросов. Один из них – анализ состояния учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки в сфере госслужбы. В прошлом году дисциплинарные проступки совершили 9 госслужащих. Большую часть привлекли к ответственности, 2 уволили. 2 лица также были привлечены к дисциплинарной ответственности по пункту 4, пункт 1 статьи 50 закона за оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений. Пример. За оказание неправомерного предпочтения ТО «Шатыр» групп КЗ, выразившийся положительным голосованием по вопросу предоставления права временного возмездного землепользования сроком на 10 лет на земельный участок для установки павильона, в апреле 2022 года было наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Превышение должностных полномочий, нарушение этического кодекса и многое другое. Зачастую именно по этим причинам госслужащие совершают проступки. По словам представителей профильного департамента, в 2022 году на административных госслужащих наложили 559 взысканий. Это на 18% меньше, чем в 2021. За нарушение этического кодекса привлечены 18 государственных служащих, за проступки, дискредитирующие государственную службу, привлечены 8. Что касается грубых нарушений, в 2022 году за грубые нарушения привлечены 25 государственных служащих. В сравнении с 2021 годом наблюдается значительное уменьшение на 34%. Всего в 2022 году рассмотрено 14 дисциплинарных дел. В отношении 11 госслужащих наложили взыскания. Алишер Ашимов, Казбек Аркбаев, МТРК.